Ну вот. Мост, значит, строить начали, чтобы попасть на тот континент. Приказ Его Величества, мы должны делать нашу часть дела, чтобы исполнить пророчество Лукана. Причем здесь этот мост и пророчество? Ну, потому что здесь четыре воина света. И они здесь, в Корнелии. Ну вот, значит, идем по мосту. Так начался их путь. Четыре воина света и великая судьба. Перед ними открылась. И они даже не знали истинное значение четырех кристаллов, которые они держали в руках. Пока еще не знали. Кристаллы, которые когда-то давным-давно содержали свет, который сиял так ярко. Время для путешествия пришло. Время сбросить завесу тьмы и принести в мир свет. И вот, значит, мы нашли странную пещеру Матой. Ведьма Матой тут жила. Живет, кстати, до сих пор. Метелка говорит очень странный набор слов. Непереводимый. Вперед, назад, назад, вперед. Видеть странное заклинание и свистеть. Что с метелки взять? Вот и сама ведьма. Мой глаз, мой глаз.
Ой. Ничего не видит без глаза. Я не могу ничего увидеть без моего кристального глаза. Кто мог украсть его у меня? И вот, значит, перед нами город Провока. Пожалуйста, помоги нам. Ох, эти проклятые пираты. Одни грабежи и мародерство от них. Завладели этим местом совсем нашим. Вот, значит, эти наши указанные низразложенные пираты, то есть, короче говоря. Они говорят что-то странное. Про какие-то шарики из стали, которые должны быть у пирата. Какой-то странный их заскок, видимо. Типа вперед, мальчики. Да, капитан, мы сделаем их. Ну, после того, как мы внезапно со всеми разобрались пиратами, этот сразу же испугался. Главарь-то пиратов. О, молодые мастера, мне очень жаль. Клянусь, я больше не буду заниматься такими плохими вещами. И я даже отдам вам свой корабль, чтобы вот все вообще такое вот. Корабль мне, короче, дает. Молодцы, спасибо. Мы получили корабль, ура! Мое сердце стало другим. И теперь я планирую стать самым тролюбимым рабочим в городе. Вот что значит с правильными людьми поговорить. Все, изменился полностью. Вы ведь не верите, не так ли, да? Ну все, жители рады. Из-за вас теперь нам не нужно больше бояться пиратов. Ура! Большое вам спасибо. Так, ну это же было. Все нас благодарят. Этому тоже не нужно бояться пиратов. В общем, теперь у нас есть корабль. Мы можем плавать, где хотим. И все такое. Сразу плывем в следующее место действия. О, мы нашли каких-то гномиков.
Лалихо тут какие-то. Это они нас приветствуют, так. С хрустальным глазом даже слепой может увидеть. Я слышал, что темный Эльфастас украл тот, что принадлежал Матои. Что, что это за звук? Да, это Нерик, он там камни мутузит в пещере. Я слышал, где-то в замке есть нектар-порошок в сокровищнице. Они когда-то его там запечатали. Я ищу камень Левинстон. Ты не видел? Нет, не видели. Предполагается, что это отличный материал. Парит прямо в воздухе. Потрясающе просто. И еще один нам гном говорит. Земля. Да чтоб тебя. Земля ступила. Да, короче, портится земля. Началось это на западе. А теперь распад распространяется дальше. Что будет с этим миром? Ах, если б я только мог иметь такой легендарный металл, как адамантин. Я бы сделал такой волшебный меч. Мечты, мечты. Короче, ты знаешь, есть гигантская скала вот там вот. Да, и там закрыта одна штука, а я хочу ее открыть. Ах, если бы у меня было немного нитропудера. Я бы мог одним ударом ударить этот камень. И все бы, короче. Эта дверь закрыта магическим ключом. Вы не можете туда попасть без него. Какая... Жаль. Так. А тут я, по-моему, уже был. На выход вообще, короче, на выход. Мы, похоже, рады, что пришли вообще. Гномиков зато нашли. Ну, выходим, выходим уже, короче. Да, а на самом-то деле нам нужно было, конечно же, к эльфам сюда. В их город. Я просто не знаю, что мы можем сделать.
Помогите нашему принцу, пожалуйста. Принц заболел, захворал, занемог. Я мудрец, когда настанет время, в будущем оно раскроется мне. Я буду терпеливо ждать до тех пор. Мудрецы, они всегда очень умные вещи говорят. За умным голосом. О, еще один товарищ. Оружие и доспехи из мифрила. Прочные и мощные. Вы должны попробовать. Вы будете очень удивлены. Еще один товарищ. Короче, если принц не проснется, он не будет королем эльфов. И мы будем под властью злой силы темного эльфа. Как это печально. Спасти надо, спасти короля эльфов. Однажды я отправился в путешествие на запад. Я забрел в старинный замок. И что же произошло? Страсть, как интересно. Внутри не было ни души, и это место вызвало у меня мурашки по коже. Так что я быстро выбрался оттуда, как мог. Как быстро закончилось его приключение, а? А как все начиналось? Нашему принцу было суждено стать королем эльфов. А что же будет теперь? Так, ну, с этим мы уже разговаривали. А вот и замок эльфов. Где-то тут король слег с болезнью. О которой все твердят. А, то есть не король, а принц. Королем он потом будет, если выздоровеет. Все напутали. Проклятие Астаса поставило нашего принца в глубокий сон, из которого он не может проснуться. Как-то печально. Пожалуйста. Извините, не хотите ли вы помочь нашему дремлющему принцу? Король темных эльфов пробрался в наш замок и наложил проклятие на нашего принца. Да, спасибо, мне уже сообщили. А затем Астас увез с собой еще и сокровища замка. А вот это уже что-то новенькое. Кажется, не просто он еще и сокровище увез. Какой он, а? Принц спит под проклятием Астаса уже 5 лет. Как однако? Должно быть какое-то лекарство, которое может разбудить спящих. Где же оно? Вот бы найти. Гномы живут в пещерах на западной окраине Алдийского моря. Они дружная компания. А вот и странный замок какой-то мы тут нашли. Эти самые тут летучие мыши какие-то летают днем, причем. Видели, конечно, летучие мыши днем летали. А вот здесь летают. Шеф говорит, разве наши слоны летают? Значит, летают. Так, где-то я тут потерял этого самого, который должен сидеть посередине. Король.
заброшенного замка. Вот он. Случилось страшное. Меня обманул Астас, король темных эльфов. А теперь мой замок превратился в руины. Или он его превратил. Ну, короче, все плохо. Если бы я только смог забрать корону из болотной пещеры, я бы смог восстановить мой замок. Сможешь ли ты принести мне корону? В общем, до свидания. Пойдем за короной. Нам нужна корона. Ну вот, значит, сходили мы в подземелье, достали корону, несем ее обратно к королю. Что он тут смеется-то вообще? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, короче. Типа, ах, вы глупые дураки. Вы попали прямо в мою ловушку. Злобно-дьявольскую. Я Астас, король темных эльфов. С объединенной мощью короны, которую ты сейчас мне принес, и хрустального глаза, который у меня уже есть, я стану истинным королем эльфов. Бесполезно сопротивляться. Я могу взять это все силой. Вы получаете кристальный глаз. Вот теперь у нас и корона, и кристальный глаз. Где-то там была ведьма, которая ничего не видит. А у нас глаз есть. А вот и мы. У ведьмы. Ах, что это такое? Мой кристальный глаз. Дай скорее сюда. Ну не волнуйся, у меня есть что дать тебе взамен. Возьми вот это зелье. Очень хорошее зелье. Это вообще самое удивительное зелье в моей коллекции. Вы получили зелье? Ура! Ура, я вижу. Я снова вижу. Ах, это чудо видеть. Что, вы все еще здесь? Вы мне больше не нужны. Так что идите по своим делам. Быстрее. Го отсюда. Чё-то ты даже и не такой привлекательный, как я думала. Думал, ты будешь... Ну, а с зельем мы, конечно, идем к эльфам. Там принц у нас спал вечным сном. Вот.
О, это зелье. А может быть, как раз то, что нам нужно, чтобы снять проклятие и разбудить принца. Сейчас сразу и попробую. О, ваше высочество. У меня был ужасный кошмар. Или я все еще сплю? О, так вы те легендарные воины. Что-то мне подсказывает, что я уже не сплю. Что бы это могло быть? Я буду следовать легендам, как это рассказывал мне мои предки, короче. Все, кто им рассказывал. Отец, предки. Пришло время передать мистический ключ его законным владельцам. Наконец-то. Мы получили мистический ключ. Ура! Подземелье. Ждите нас. Мистически закрытые. Благодаря вам принц наконец-то проснулся. Примите мою безмерную благодарность. И вот, вы вернули мир Эльфхейму. Этому эльфов, который я проснулся и силен, и все это из-за тебя, благодаря тебе. А уж мы-то как счастливы. Спасибо вам, воины света.